на льду, это изобретение наше, отечественное. И совсем еще молодое, но уже завоевавшее широкую популярность. Собственно, трюки, которые исполняют Татьяна Лебедева, Юрий Киселев и Юрий Макаров, в общем-то, традиционные. Разумеется, если забыть о том, что все это в бесконечном движении и на коньках. И я думаю, что цирк на льду мог возникнуть только благодаря одному удивительному свойству циркового артиста. Для него не существует понятия «невозможно». Thank you.